Финляндия дала свое согласие на строительство Северного потока 2. Ранее трубопровод в обход Украины одобрила Германия. Теперь свое разрешение должны дать Дания и Швеция. Напомню, газопровод Северный поток 2 собираются проложить в акватории Балтийского моря между Россией и Германией. Ранее лидеры ряда европейских стран, а также США, выступали против строительства газовой магистрали.